Не так много компаний, на самом деле, которые 20 лет в нашем городе на этом рынке существуют, могут или похвастаться. Мы хвастаемся не тем, что наша компания 100 лет была, а тем, что выставка 100 лет была. При такой регулярности за последние годы, больше 10 лет, мы работаем один раз в месяц. Это единственное, что мы живем в теме мероприятия в таком формате, которое стало достаточно чистым, которое не позволяет засорять себя крупными какими-то товарами, носками, продуктами, салом и тому подобное. Я считаю, что именно благодаря этому учат. Вот это вот модельное. Вот это похоже, да? Да, да. Вот это. Блик. Вы выше поднимайте камеру, чтобы не видела. Вот так вот сверху. Да. Мне больше всего понравился вот тот. Низ нельзя. И жара камней просто. А мне нравится вот эти полигональные. Стало красиво, еще. На камеру. Есть он. А вот это. Черная, да. Настоящая вещь. Вот за десятки тысяч в руках нет. Да, вот это черная. Вот вы снимите вот. Это абсолютный раритет. То есть вот ты... Один только такой. Это вот в этом руках. Не нужно гитара Берштайна. А он откуда? Бразилия. Это все бразильский агат. Блик у вас, вы его так сверху снимаете. Вот так поворачиваете. Вот чтобы блик. Потому что внутреннее бедро. Да. А он совершенно непрозрачный. Вообще черный. Вот там есть еще вот такой. Ну тот еще так цвета тоже почти непрозрачный. Ну, а это вот, это коколон выполняющий тоже совершенно непрозрачный. Вон такие пейзажи. Вроде бы агат ты как ни о чем, а смотри, как ты делаешь. Композиционно. А вот не валяшка там. А вон еще кто-то там. А вон поле камерное, многокамерное.